Помогите! Русские братья. Что ты о себе возомнил? Я понимаю про курс доллара, но давайте спокойнее. Куда ты дел бабло? Это не смешно. У меня вообще ипотека. Не вернешь кэш, отморозишь себе все, что можно. Будешь ползать по полу и все равно сдохнешь. А ты ничего такая, Юль. Пришло время. Алло, я в морозилке. Тут крайний север, минус 55. Ощутить себя в Сибири. Вот это похмелье. Сколько ты вчера выпил? Ты по курсам этих торпед? Кто смотрящий по району? Русские отморозки. От них не сбежишь. Как же я так вляпался? Дилан Макдермот. Я замерз! Я не понимаю ваш акцент. Юлия Снегирь. Хватит лжи, где деньги? Птичка моя. И Питер Фачинелли. Нам не выбраться. Не шути с русскими. Юлия, понимаешь, ты очень заводишь меня. Отмороженные. Кино с 13 ноября. В специальном переводе «Не гоблина».